красивые, дивные, захватывающие, манящие. Горы. Как много образов лишь в одном этом слове. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась выставка художественных фотографий «Гималай и Тибет», на которой представлено более 150 уникальных работ, сделанных во время высокогорных экспедиций. Гималаи – высочайшая горная система земного шара. Она протянулась гигантской грядой на 2400 километров. Именно в Гималаях самая прекрасная и малоисследованная природа. Так считают участники многочисленных экспедиций. Сверкающие вершины Гималаев, суровые отроги Тибетского Нагорья, горные озера и реки, древние храмы и монастыри. Вся эта красота просто не может оставить посетителей равнодушными. Выставка очень интересная. Я думаю, она интересна не только мне, но и всем жителям и гостям нашего города Ставрополя. Выставка расширяет, развивает кругозор, обогащает внутренний мир. Очень интересная выставка. Авторы снимков совершили 19 высокогорных экспедиций и сделали множество фотопанорам, которые дают посетителю наиболее полное представление об этом уникальном уголке планеты. Но, как рассказали участники проекта, проделать такое путешествие совсем непросто. Вы не представляете, насколько тяжело подняться там выше 5000, когда дышать нечем, когда ты делаешь резкое движение, у тебя сердце останавливается. То есть еще тащить на себе аппаратуру, вот, и все это добиться такого качества, то есть это вообще, ну это подвиг, так скажем. Фотовыставка «Гималай и Тибет» – самая большая в мире выставка фотопейзажей. Этот масштабный проект создан в Самаре и путешествует по городам России и СНГ. Чтобы посетители еще больше окунулись в соответствующую атмосферу, выставка сопровождается фильмами, снятыми участниками экспедиции во время походов. День открытия фотовыставки совпал с юбилейной датой. Директор Зоя Белая отметила 25 лет работы в музее. Теплые слова поздравлений сказали и представители краевой власти. И вот ваша выставка показывает то, что наши русские добираются до самых высоких вершин и снимают в самых прекрасных ракурсах. Вы еще раз доказываете, что наши всегда успешны. Да, в этом что-то символичное есть. Да, спасибо. И пусть у вас всегда будут такие вершины, и не только 25, а 50 и 100 лет. Юлия Романова, Роман Солодовников и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».